Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Как вы знаете, что я на неделю ездила в Испанию, и поэтому хочу сегодня для вас сделать испанскую прическу. Для начала нужно расчесать волосы, чтобы они хорошо укладывались и прическа создавалась хорошо. После того, как я расчесала очень хорошо свои волосы, тщательно расчесала, я буду отделять от всех волос свою челку. Так я закрепила, очень забавно получилось. Лайк. Итак, дальше что я буду делать? Дальше я буду собирать все волосы наверх. Получился у меня хвостик, возьму вот такую расческу и немножко начешу себе вот здесь. Буду одевать вот такой красивый ободок с цветочками, вот такую шпильку, и заколю ее вот здесь. И немножко я скрою резиночку. Дальше я буду убирать волосы, для этого я заплету немножко здесь косичку. Можно закрепить шпильками или невидимками. Что у меня получилось? Но это еще не все. Испанский образ готов. Мое видео подошло к концу, я показала вам сейчас, как я попробовала сделать испанский образ, испанскую прическу. Если вам понравилось, ставьте лайк. И спасибо также за комментарий. Всем спасибо, до скорых встреч!